Стив Остин в фильме «Отдача». В фильме также снимались Серинда Свон, Кит Джардин, Ноэл Джи, Локлин Монро и другие. При участии Дэнни Трехо. Бароуза выпускают на свободу. Композитор Эйко Исивата. Оператор Брюс Чун. Продюсер Джек Нассер. Автор сценария Джон Салливан. Режиссер Терри Майлз. Дейл, ты промахнулся. Похоже, у тебя прицел сбит. Брось, пошли назад. Я не уйду, пока не убью кого-нибудь. Чувак, это всего лишь кролик. Черт возьми. Отвали. Что тебе нужно? Деньги? У меня есть деньги. Скажи, чего ты хочешь. Я хочу, чтобы перед смертью ты вспомнил Энди Розу. Что ты несешь? Ты ошибся. Совсем не помнишь. Черт. Да, я помню. Ты дальнобойщик или вроде того? Вроде того. И куда направляешься? На север. Канада. Отсюда все только и едут в Канаду. Подожди. Ты ведь не едешь в Хоуп?
Прямо по шоссе. 26-й съезд. Когда увидишь, поймешь. Добро пожаловать в Хоуп. Я могу чем-то помочь? $20. Обычный бензин. Здесь есть где остановиться? Да, в конце улицы мотель. Меня зовут Кёрби. Как видишь... Варет. В мотеле спроси Дарси. Она классная. Спасибо. Ты ведь не псих, да? Да. Ясно. Карен Ли Маттесон, 14 лет. У нас ушла неделя, чтобы опознать ее тело. Мэри Энн де Роза, тот же почерк. Дейл Джеймс Барроуз. Я хочу круглосуточное наблюдение за ним. Свет. Найдите этого кретина. И побыстрее. Наблюдение уже не нужно. Почему? Кто-то превратил Барроуза в абстрактное искусство. Когда? 48 часов назад. Они уверены? Уверены. Там мешок с костями. Они уверены, что это Барроуз? Да. Его охотничьи дружки опознали его. Он внизу. Ладно, идем. Белый мужчина, словно трахея, ребра, спина, череп, ноги. Причина? Падение. Умер от удара. Но перед этим его душили. И это сделал очень сильный человек. Его шея будто в клещи попала. Это наш злодей? Напугал меня до смерти. Прости. Мне нужен номер. Тридцатка в день наличными. Останешься на выходные и еще двадцатка. Никаких скидок. Полотенец не красть. Телевизор и радио прикручены, так что их тоже не трогай. Два дня. Ладно, Райан. Варет, добро пожаловать во дворец. Ты здесь управляющая. Я? Что привело тебя в Хоуп? Да. Следующий дом. Спасибо.
Какого черта уставился? Написал на мой байк? Проваливай. Чего уставился? Подожди, подожди. У нас проблема? Уже нет. Подними его. Похоже, у тебя хорошая медицинская страховка. Этот разговор не окончен. Дрейк, и что дальше? Напишешь мне СМС? Или мне ждать здесь? А этот тип нечто. Дрейк, ты позволишь ему уйти? Нет, нет, нет. Он свое получит. О, да. Это твой GTX? Да. 68-го года. 68-го. Разбираешься в тачках? Мой муж был жестянщиком. У нас был мустанг. Был? Я вдова. Не разведена. Мустанг — хорошая машина. Можно выбить из нее всю дурь, а она будет бегать. Пока не остановится. Я не пью. Куришь? Здоровый? Хорошо. Легавый? Нет. Агент, охотник за головами, продавец. Я что-то упустила? Жокей. Да. И куда направляешься? Осмотреть достопримечательности. Это не займет много времени. Дрейк. Он готов. Сколько он должен? Где-то 1,5 штуки. Давай рассчитаемся с ним. Дрейк. Ты знаешь, кто такой халявщик? Халявщики появились во время гражданской войны. Солдаты симулировали ранения, чтобы не воевать. Дрейк, мне просто нужно время. Ты ведь не станешь обманывать свой клуб, да? Никогда. В общем, так. Один раунд со мной... И долго нет. Может, немного поцарапаю тебя. А может быть, обойдется. Дрейк. Один раунд? Один раунд. И никакого долга.
Давай, Дрейк, покажи ему. Один раунд. Пожалуйста. И что нам с ним делать? Отпустите его. А как же полторы штуки? Он выплатил свой долг. Проверь лабораторию. Этот кретин, возможно, курит наш товар. Что, сейчас? Да, сейчас. Поезжай за ним. Вам лучше отойти минут на пять. Да. Да, я знаю. Еще немного, и у тебя встанет. Да, да, я знаю. Я подумал, стоит... позавтракать. Об этом и речь. Давай, упакуй немного дури. Я скажу брату, что следующая партия готова. Хорошо. Знаешь, я слышал, что тот здоровый ублюдок остановился у Дарси. В мотеле? Хорошо. Рекс, я как раз закрываюсь. Я на минутку. В чем дело? У тебя тут новый гость, здоровяк. Как его зовут? Это мотель, люди приезжают и уезжают. Я не знаю. Ты не врешь? Нет, не вру. Он здесь один? Что тебе нужно? Скажем так, меня интересует клиентура.
Пэрис Хилтон только что съехала. Смешно. Чего уставилась? Ничего. Детка, ты меня боишься? Нет, не боюсь. Это хорошо. Что ты делаешь? Расслабься. Я только взгляну. Там ничего нет. Черт! Почему мы всегда ссоримся? Ты водолей, а я весы. Пошел ты! Ты убил ту девчонку, потому что она тебе отказала. Мне не отказывают. В итоге все говорят «да». Знаешь, тебе стоит относиться ко мне с большим уважением. У моего брата и так хватает забот. Особенно без этого. Как его зовут? Варрет. Райан Варрет. Номер 3. Ты в порядке? Да. Что ты будешь с ним делать? Это брат Дрейка Сальдага. Его нельзя трогать. Я постараюсь лишний раз его не трогать. Черт! Какого черта? Послушай, посмотри сюда. Я тебе кое-что скажу. Я знаю, о чем ты думаешь. Послушай, я не бил ее. Клянусь, я не трогал ее. Ты меня понимаешь? Она нагрубила, я нагрубил. Ситуация вышла из-под контроля. Вранье. Я здесь не поэтому. Черт. Ладно. Ладно, послушай. Я знаю, в чем дело. Меня оправдали. Клянусь Богом, меня оправдали. Только не я. Ладно, ладно. Послушай. Послушай, хватит. Черт. Ладно. Послушай меня. Я знаю, зачем ты здесь. Вот что. Мой брат. Мой брат. Ты ведь знаешь, кто он. Ты знаешь, кто я. Отпусти меня. Клянусь Богом, если ты этого не сделаешь, мой брат завалит. Но если ты меня отпустишь, обещаю, он ничего тебе не сделает. Обещаю. Думаю, ты знаешь, почему я здесь. Как тебя называют? Парень с шоссе. Любишь издеваться над девчонками? Бьешь их? Насилуешь? Девчонок вроде Дарси. Чувствуешь себя сильным? Какой хороший денек. Наслаждайся поездкой, парень с шоссе.
Дрейк, Рекс. Он... Отвези меня туда. Давно ты исповедовался в последний раз? Что такое, сын мой? Спасибо за вечеринку. Пожалуйста. Я люблю тебя. Ты ведь знаешь, что тебе нечего бояться. Ты слышишь? Джестер. Какого черта? Я велел тебя присматривать за братом. Он меня отпустил. Я позвонил тебе из-за сделки. Иди, найди его. Это был не несчастный случай. Мы этого не знаем. Чего мы не знаем? И о том, что нам в городе не нужна война. Ты здесь живешь, потому что я тебе это разрешил. Если захочу, я сожгу этот город. И ты ничего не сделаешь. Позаботься о нем. Он молод? Пожарные уже едут. Что он сказал? Не лезь в это. Я сам разберусь. Конечно. Тебе лучше выбрать, на чьей ты стороне. Что за бред? Послушай меня, кретин. С тех пор, как я взялся за дело, все изменилось. Хоуп в безопасности благодаря мне. И я сплю спокойно по ночам. А как ты спишь в последнее время? Ты убил его? Формально его убил взрыв. Тебе нельзя здесь оставаться, Дрейк начнет войну. Старший брат? Да, он чокнутый. Ты убил его брата. Дрейк управляет городом. Наркотики, оружие, он мэр. А все мы ему платим. Давно они здесь? Вечность. С самого начала. Дрейк ненормальный. Он убил президента комитета и занял его место.
А как же полиция? Пара заместителей шерифа, которые в кармане у Дрейка. А все остальные держат язык за зубами, и Дрейк нас не трогает. Ты сам все понимаешь. Да. Так что, если хочешь встряхнуть городок, не втягивай меня в это. Я приехал за Рексом. Приехал за ним, а получишь их всех. Почему ты не уедешь? Потому что это все, что у меня есть. Майк пытался вытащить нас отсюда. Мой муж. Они убили его. Он не пришел домой. Если можно так выразиться. Он не пришел, будто однажды он вернется и скажет: «Милая, я не умер, я просто ходил за сигаретами». Он даже не курил. Послушай, у тебя жажда мести. Отлично, дерзай. Но из-за тебя у нас будут проблемы. Рекс был насильником и убийцей. И что? А ты Супермен? Черт. Ладно, подожди. Может, тебе лучше остаться? Ты ведь заплатил за номер? Хорошо. Хорошо. Готовишься к землетрясению? Да нет, просто кое-что надо купить. Как там этот новенький? Молчун. Особо не болтает. Это все равно, что прочитать в газете о проститутках, а потом найти их трупы. Он тебе нравится? Он сильный, молчаливый. Здоровяк. Крутой. Да. Дарси, я тут подумал, если ты не занята... Заместитель шерифа? Привет, Кёрби. Кофе? Нет, спасибо. Я уже 8 чашек выпил. Круто. Сложный денек выдался. Да, я все еще чувствую запах гари. Авария? Надеюсь. А что с твоим глазом? Стукнулась об стену. В моем особняке сейчас ремонт. Какой-то тип остановился у тебя. Кто он? Просто тип. Клевая тачка, платит исправно. Он тебя ударил. Если бы он меня ударил, я была бы в реанимации. Нет, он не такой. Вчера он это доказал. Это не мое дело. Еще один. Наш злодей? Возможно. Округ Пирс, штат Вашингтон. Рэй Сальдаго сгорел заживо. Сальдаго? 6 изнасилований, нападений, избиения. Парень с шоссе. Почерк нашего типа. Как и в случае с Бароузом. Он просто позволил ему сдохнуть. Но вот что интересно. Его старший брат, Дрейк Сальдаго, находится в розыске. Президент Круга, сборище тупых уголовников-байкеров. Наш злодей, наверное, уже смылся. Сомневаюсь. Если наш парень перешел дорогу Дрейку Сальдаго, его не выпустят из города живым. Сколько? Брось, это не проблема. Спасибо. Сколько чего? Байкеров. Здесь, в Хоупе. Зависит от того, чем они заняты, наркотики или оружие. Иногда их около 30, иногда 9. 30. Иногда больше, иногда меньше. Они как тараканы. Уезжаешь? Скоро.
Не забудь попрощаться перед отъездом. Ты ведь помнишь, что заплатил еще за один день? По пятницам я люблю готовить ужин. Выпить вина, посмотреть телек. Обычно я ужинаю одна. Завтра пятница. Ты не предложишь поужинать? Звучит заманчиво. Ты ведь знаешь, что можешь уехать отсюда. Уедешь, никто и не узнает. Я не скажу насчет Рекса. Сожгу книгу с именами, будто тебя и не было. Да. Почему не уезжаешь? Ты сама сказала. Я заплатил еще за один день. Дрейк хочет тебя видеть. Я занят. Ладно, ладно, что ему нужно? Ему одиноко. Дрейк, ты же знаешь, я не умею драться. Вчера убили моего младшего брата. Да, я знаю. То есть я слышал, мне жаль. Тебе жаль? Да, люди не должны хоронить близких. Да, сразу становишься эмоциональным. Чувствуешь злость, грусть, гнев, растерянность. Поэтому ты здесь. Я совсем запутался. Я растерян. Я ничего не знаю. Поверь мне. Кёрби, ты знаешь обо всем, что творится в Хоупе. Послушай, ты знаешь, почему наш клуб называется Круг? Потому что мы звенья одной цепи. Мы все связаны. Ты будешь дополнительным звеном. Помоги нам. Как? Я хочу знать, куда он ходит, что он делает, кто он такой. Я не хочу убивать его, если он федерал. Это привлечет слишком много внимания. Я не... Ладно, хорошо? Конечно? Отлично. Молодец, Кёрби. На твоем месте я бы не двигал рукой. Нет. Сожми кулак. Что? Сожми. Сожми кулак. Сожми. Черт! А теперь рассказывай. Ладно. Хорошо, спасибо. Что происходит? Просто проверяю нашего приятеля-туриста. И что? Он легавый. Или был им. В базе данных устаревшей информации. Из Далласа. Хороший полицейский, пара медалей, отдел по борьбе с организованной преступностью. И что здесь делает бывший легавый из Далласа? Давайте, парни, живее! Быстрее. И ты тоже кретин. Хватит дурака валять. Пошли. Кретин, я слежу за тобой. Хватит уже этого дерьма.
Черт, проклятие. Да, езжайте дальше, у меня есть запаска. Да, я скоро буду. Спасибо, черт возьми. Пошел. Ублюдок. Шагай. Ублюдок. Краб, где Дрейк? Он на лодке, а что такое? У нас проблемы. Босс, у нас похитили грузовик. Легавы? Нет, не легавы. Точно не они. Черт. Осужденный насильник выходит из тюрьмы. Обычно механики смотрят под капотом. Да. Прости. Прости. Винтажная машина. Хотел взглянуть. Пиво хочешь? Еще рановато. Я работаю здесь уже 10 лет. Моя семья тут уже 70 лет. Мой отец, его отец. Это семейный бизнес. Мое наследие. Как в «Крестном отце». Ты смотрел «Крестный отец»? Помнишь? Да. Что происходит в этом баре? Химия. Героин. Пушки. Это все Дрейк. Он подсаживает нас на эту дрянь, а потом мы все должны денег кругу. Он их убивает? Да, если повезет. Они продают оружие? Да, в баре или на лодке. Лодка? Что за лодка? Лодка. Это второй офис Дрейка. Старая полузатонувшая посудина, развалюха. Как они перевозят груз? По воде или на грузовиках? У круга есть свои люди по всей стране. А легавые, если их нельзя подкупить, они их убивают. Но этот город — это настоящий ад, сэр. Ад. Я не шучу. Ад? Да. И ты их разозлил. Что ты искал в моей тачке? У меня нет... Нет, никаких к тебе претензий. Но мне надо, чтобы эти кретины отстали от меня. Они задают вопросы. Скажи им все, что знаешь. Защити себя. Подожди. О, черт. Кто это? Это краб.
Он у них вроде сержанта. Что ты делаешь? О, черт. Стой там. Не подходи ко мне, если я не скажу. А ты крутой парень, да? Тебе конец, приятель. Я это часто слышу. Проклятье. Ты за это заплатишь. Проваливай. Где ты научился так драться? В драках. Мой грузовик сожгли в 8 километрах от города. Я хочу знать, кто это сделал. Не мы. Они все сожгли. Райан Варретт, бывший полицейский из Далласа, несколько лет назад уволился. Что ж, теперь он точно уволен. Что мне сделать? Как обычно, ничего. Я не хочу видеть новые лица в Хоупе. Никаких федералов. Сделаю все, что смогу. Этого мало. Райан Варретт? Есть лицензия на оружие? На кое-что есть. Собираешься на охоту? Арестуешь меня? Если ты сейчас придешь к Дрейку, он будет тебя ждать. Он там окопался. Поедешь сейчас, и мы покойники. Мы? Дай мне время. Может, я смогу пригласить гостей на вечеринку. Хэтч, ты хороший легавый? Они мне не платят, если ты об этом.
Умеешь этим пользоваться? Я соображу, как. Я едва знаю тебя. Я просто хотела с тобой поужинать. Прости, я потерял счет времени. Ерунда. Что случилось с твоей семьей? Тебе лучше не знать. Хорошо, что ты знаешь, что для меня лучше. Я думала, ты не пьешь. Их убили. Ты ничего мне не должен. Я тоже должен был умереть. Мне жаль. Байкеры начали войну. Мой отдел помог взять их. Круг? Ты говоришь про круг? Те, кого я арестовал, были из местного клуба. Они не знали остальных. И зачем ты здесь? Я приехал за Рексом Сальдага. Но тебе понравился большой брат. А ты подружился с Варретом. Пожалуйста. Я разочарован, Кёрби. Разочарован, но я тебя понимаю. Человек должен выбрать, на чьей он стороне. Ты ошибся. Но ты сделал свой выбор. Я сделаю все, что ты скажешь. Да, теперь, конечно. Дай мне больше времени, Варретт, молчаливый тип. Ты когда-нибудь был в тюрьме? Нет. Зона меняет людей. Мой первый срок. Продажа наркотиков. 22-23 года. Первый же день я получил то, что называют темной. Вечеринка под одеялом. Названия разные, но суть одна. Шестеро ублюдков. Черные, белые, мексиканец. Ладно, ладно, он был легавым. Похоже, он из Техаса. Ездит на GTX. Не знаю, что еще сказать про него. В тюрьме вешают одеяло на решетку, чтобы охранники не видели, что в камере. А потом тебя пытают. Бьют. Режут. Бесплатная развлекуха. Я поквитался с каждым из них. А когда я вышел, я узнал имена легавых. С ними я тоже разобрался. И с их семьями. Так я поступаю с теми, кто меня поимел. Подвожу итоги. Ты меня понимаешь?
Боже милостивый. Дарси, Дарси, не смотри на это. Не смотри. Это он. Дарси, что ты делаешь? Что ты делаешь? Отдай пистолет. Отдай. Я думал, мы договорились. Боже. Это похоже на сцену из «Безумного Макса». Мы с этим разберемся, но мне понадобится твоя помощь. Как будто у меня есть выбор. Шериф, у тебя всегда есть выбор. Ты трезвый? Не соврать? Так или иначе, ты поступил правильно. Хорошо. О чем идет речь? Федералы. Федералы здесь? Это город байкеров. Люди приезжают и уезжают. Мешка для трупов? Рекс Альдага погиб в аварии. Значит, он просто привязал себя к машине. Шериф, ты не смотришь CSI? Это была не авария, и Круг знает про это. Думаешь, они не захотят отомстить? У вас есть подозреваемые? Нет. Я лично говорил с Дрейком, он считает, что это была авария. Тогда не буду больше вам мешать. Долго здесь будете? Сколько понадобится? Угловая луза. Как твои пальцы? Хочешь, чтобы я тебе переломал пальцы? Ты будешь бить или нет? Заткнись. Какого черта? Положи обратно. Похоже, ты промахнулся. Врежьте ему. Он пропал. Продолжайте искать. Есть, сэр.
Убейте его. Кого? Всех. Есть, сэр. Папа, можешь в коридоре не выключать свет? Ты ведь знаешь, что тебе нечего бояться. Подожди, я сейчас. Спасибо за вечеринку. Пожалуйста. Я люблю тебя. Ты с оружием? Райан, ты можешь хотя бы дома не быть полицейским. Хороший выстрел. Мэтти, хватит. Да ладно, мама. Мне жаль. Можешь пока не возвращаться на работу. Где они? Теперь это дело ФБР. Это их юрисдикция. К тому же это были просто местные главорезы. Мы найдем остальных. Тех, кто стоит за всем этим. Эти ублюдки заплатят. Даю тебе слово. Где они? Шериф нам не сильно помог. Отец просто боится. У них на него что-то есть? Когда-то давно Круг оберегал этот город. Это было до того, как пришел Дрейк и стал торговать оружием. А потом Рекс стал производить наркоту. Хоуп стал словно лягушка в воде. Начинаешь подогревать воду, она даже не знает, что ее варят. Похоже, вода уже закипела.
Варет? Это ты? Не подходи к окнам. На пол. Когда подам сигнал, выключи свет. Окей, хорошо. Спасибо. Знаешь, а дверь ведь была не заперта. Отпустите! Отпустите! Пошел ты! Райан! Отпустите, ублюдки! Отпусти! Райан! Райан! Нет! Райан! Нет! Райан! Дарси? Дарси? Хатчинс, бери людей и езжайте в мотель. Ее похитили. Успокойся. Мы найдем ее. Отец, у нас... Шериф Коул, у нас проблемы в мотеле. Ты мне нужен. Черт. Где Дарси? Я знаю, мой брат был ненормальным. Но это же семья. Не надо было оставлять его одного с этими девчонками. Кто-то должен был его защитить. Мне будет приятно тебя убивать. В отличие от Рекса, я не люблю обижать женщин. Но, к сожалению, мой друг любит. Убери от нее свои лапы. У нас с тобой незаконченное дело, да? Я знаю. Я чувствую боль. Я чувствую, когда кому-то больно. Когда делают больно тому, кого ты любишь. Еще увидимся. Привет еще раз. А ты не так уж и крут, здоровяк. А?
Вчера ты меня удивил, когда появился из ниоткуда. А ты крепкий парень. Но тебе это уже не поможет. Знаешь, я бы разрезал тебя на мелкие куски и скормил свиньям. Но Дрейку ты нужен живым. Наверное, папа хочет преподать тебе урок за то, что ты сделал со мной. Так что я пойду поиграю с твоей подружкой. Что скажешь? Не смей трогать ее. В прошлый раз ей понравилось. Но прежде я хочу кое-что сделать для тебя. Ладно? Я оставлю тебе маленький сувенир, чтобы ты запомнил свое пребывание в городе Хоуп. Не рыпайся, а то останется шрам. Дарси. 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 Спасибо. Ты в порядке? В порядке. Не останавливайся. Отец? Отец? Мне жаль, что так вышло с твоим отцом, но мне нужно, чтобы ты сконцентрировался. От злости пользы не будет. Видимо, так он решил избавиться от Дрейка. Но этим он лишь повысил меня.
Нам понадобится армия, чтобы попасть на эту лодку. Похоже, армия у нас есть. По-твоему, сколько все это стоит? Боже. Здесь товар на миллионы долларов. Впечатляет, да? Прячься. Да, Дарси. Прячься. Райан. Просто спрячься. Теперь ты меня вспомнил? Сначала я тебя не узнал. У меня плохая память на лица. Семьянин легавый из Техаса. Райан Варретт. Ты был в списке. Мы думали, ты мертв. И что? Хочешь отомстить? Убить моего брата? Убить меня? Ты слышал их крики? Или все произошло слишком быстро? Что ты чувствовал? Скоро ты это узнаешь. Хорошо. Око за око, да? Ты убил моего брата, так что формально мы квиты. Я совершил ошибку. Какую? Сначала надо было убить тебя. Вставай.
Убедись, что он мертв. Они всегда... Хорошая работа. Ты в порядке? Да, все нормально. Останешься в Хоупе? А куда мне ехать? А ты? Да. Городу нужен новый шериф. Из тебя выйдет отличный шериф. Покидаешь место преступления? Хочешь арестовать меня? Конечно. Но не сегодня. Почему? У меня нет улик. Похоже, жителям Хоупа ты понравился. Закону на это плевать. Ты был хорошим полицейским. Я понял, ты убиваешь только злодеев. Но рано или поздно кто-нибудь пострадает. Кто-то вроде Дарси. А я не могу этого допустить. Еще увидимся. Даже не попрощаешься? Я не умею прощаться. Ты здороваться не умеешь. Куда поедешь, Райан Варретт? Просто умчишься в сторону заката? Да. У тебя все в порядке? Майк говорил, что самое худшее в стрельбе из оружия — это отдача. Она оставляет синяки, которые сразу не проходят. Но постепенно ты привыкаешь, и синяков больше нет. Тогда стрельба становится рефлексом. Похоже, Майк был умным парнем. Да. Пришли мне открытку. Сообщи, где ты. Хорошо. Ладно. Береги себя, хорошо? Я буду стараться. Этого вполне достаточно. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. Режиссер Дарья Зайцева. Звукорежиссер Александр Зубов. Перевод Игоря Ильинского. Текст читали Ольга Голованова и Александр Коврижных.